Неделю назад состоялось полузакрытое официальное открытие многострадальной велопешеходной эстакады трассы здоровья в районе 10-й станции Большого Фонтана, одного из самых известных долгостроев города. На торжественное мероприятие были приглашены только приближенные городской власти люди и СМИ, очевидно, опасаясь неудобных вопросов. Кроме строительства самой эстакады, в муниципалитете также провели капитальный ремонт лестницы, которая ведет к пляжу на 10-й станции Большого Фонтана, после которого исчез пандус. Подробно далее в сюжете. Лестницу на пляже «Чайка», что на 10-й станции Большого Фонтана, не ремонтировали с 70-х годов. В ремонт лестницы вложили колоссальную сумму. И вылился он в уголовное производство из-за присвоения денежных средств. Кроме того, работы были проведены в стиле нынешней одесской городской власти. Как говорится, с любовью к одесситам. Строители демонтировали единственный пандус, который позволял хоть как-то спускаться к пляжу родителям с колясками, людям с инвалидностью и велосипедистам. Но вернуть пандус не спешат. Из-за отсутствия пандусов люди вынуждены подниматься не по новой, наконец-то отремонтированной лестнице, а обходить и пользоваться старой, которая тоже без пандусов, но с меньшим количеством ступеней. Комфортно ли вам поднимать как велосипеды или все-таки нужны пандусы? Конечно, нужны, однозначно. Как вы думаете, кто должен финансировать и ставить их по городу? Ну, мне кажется, это городские власти должны. Ну, на местном уровне, мне так кажется. Я не очень в этом понимаю. Но дело, даже вот спортсмены, велосипедисты, они могут, они уже привыкли. А взять, например, инвалидов или мамочек с колясками, это очень сложно. Поэтому обязательно нужны. Как чиновники могли забыть установить пандус на одном из самых популярных пляжей нашего города, куда смотрел заказчик капитального ремонта лестницы? На ремонт уже потратили около 4 миллионов гривен. А в августе этого года ремонтные работы продолжатся и потратят на это еще 4 миллиона. В итоге мы получаем реконструкцию небольшой лестницы за почти 8 миллионов гривен. Деньги, само собой, потратили. А о людях забыли? Красная мать. Да. Городская власть? Конечно. А как вы думаете, почему они этим не занимаются и не делают вот для людей такого? Ну, потому что мы такая страна. Ну, вот мы видели, вы отходили, чтобы подняться, чтобы вам вот, дискомфортно, да? Конечно. И дорога какая, некомфортно передвигаться на коляске. Помимо проблемы с лестницей, появилась еще одна – безопасность людей на новой велопешеходной эстакаде. Люди обеспокоены тем, что чуть ли не сразу после ее открытия по ней начали ездить автомобили. По словам очевидцев, на месте не было никаких знаков, которые бы объяснили, что эстакада велопешеходная, а не автомобильная. Наверное, тоже в торопях забыли установить знаки.